Слава Господи Иисусе. Господи, помилуй меня, конечно. У нас машина еще засела тут, и мы сейчас отсюда выехать не можем. Сейчас покажу, как. Короче, вот такая красота у нас. Вот, и это мы вот так за щенком приехали. Вообще машина села на пузо, можно сказать. Да тут мы вот еще дяденьку доставали. В общем, сами так врюхались, и дяденька врюхался. Короче, вот так вот я засел. Чатя полная. Да, вот так вот. Вот отсюда, где ты стоишь, КамАЗ. Охренеть, тут просто. Просто болото, вообще тут пустырь. Дядька он еще один застрял. Короче, такая вот у нас печенюшка. Спасаем щенка в гудроне. Ночью мы уехать не можем. Мы не можем просто отсюда выехать обратно. Тут вообще такое болото. Сейчас, в общем, мужика хочет. А, о, привет. Я, короче, хотела посмотреть. Все, он сел? Да. Сам-то ты вроде не вылезет. Надо сюда вот. Вот сюда надо. Здесь думаешь? Ну тут сухо, там вот тут вот, это квашня вот эта. Трактор бухнулся. Может, ему палки туда какие-нибудь? Давай дальше на себя. Наконец-то выехали с этой ямы, щенка мы забрали. Вот он. Так, короче, вот он. Весь в гудроне. Ну вот сейчас мы вот так завернули, он очень замерз на самом деле. Вот мы сейчас завернули, короче, в тряпочки и сейчас едем в клинику, хотя бы анализы возьмем, потому что его не берет ни одна клиника вообще. Я не знаю, куда его везти, наверное, сами будем отковыривать гудрон всю ночь, потому что его вообще ни одна клиника не берет. Просто нет мест нигде. Ну вот мы едем. В общем, едем в город. Давай пеленки вот возьми, сейчас в клинике пеленки понадобятся, потому что это все грязное, у него он все прилипло. Угу. Даже не знаю, как они ему сейчас кровь возьмут пеленку. Анализ. На лапку есть, наверное. Ты смотри, как ты его, может быть, сама, чтобы не зафакалась. Ну да, майка это уже и так все. Давай, зайчонок, как тебя взять-то, чтобы ты...
Ну, конечно. Сейчас не весишь. Той маленький, маленький, маленький. Тут а девочка или мальчик? Ну, понятно. Его оттаять как-то, гудрон, то ли от горячей воде или как его правильно, что ну, теплое масло, горячее масло, я думаю, поможет. Сейчас мы вот его в клинику принесли на анализ. Здесь жалко, что голова еще здесь сложно будет, глаза вот это. Ну, потихоньку. Она вот оттаивает. У нас щенок с гудроном, ему анализ надо сделать хотя бы. Тут ему главное вот кровь взять и мазок на бабизе. Кровушку возьмут, посмотрим. Как ты чувствуешь себя? Он еще... Петя, ты как вообще туда попал? Не знаю, у нас ее мужик случайно нашел, позвонил нам. Это вот он уже тихо гудрон уже ставил. Даже не знаю, полщенка. Девочка, да? Мне еще вопрос, как он писать, мальчик. Он вообще писать может? Нет? Тихо, да, тихо. При пальпации ему очень больно. Возможно, он не писает, у него... Блин, что делать? Ё-моё, это же вообще... Немножко какашечку. Писать ему надо. Освободить. Ему хвост. Угу. Масло подсолнечным. Масло нагревали до горячего. И горячее масло наливали. И потихонечку вот так счищали это все. Тихо, 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 зайчик. Ты мальчик у нас, оказывается. Ты мальчик. Сейчас тебе кровь возьмем, посмотрим, как у тебя органы работают. Стой, 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 подожди. Нет, 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 нет. Юля, ты тут? Да. Помоги, пожалуйста. Тебе нужно будет подержать его голову. Это мальчик. Mm-hmm. У него писюн склеенный. Его надо как-то здесь, чтобы он пописал. Да, как это сделать? Я не знаю. В общем, сейчас мы взяли кровь. Кровь жидковатая, вот сказали, вот она на пробирочке. Сейчас из уха возьмут мазок на бабизе. Это у нас мальчик. Пока что мы его в карчике указали, как просто гудрон. Сейчас мазок на бабизе возьмем. Потому что если у него, не дай бог, еще бабизиоз, сейчас надо ему противояди будет поставить. Иначе у нас так плохо будет. Фигня. Угу. Потому что если мы здесь вычистим, он шевельнется и замарает все это. Угу. Да я думаю, вообще просто до кожи состригать это. Понятно, до кожи все это уберем. Ну сейчас, в общем, нагрели вот масло. Попробуем пробовать горячим маслом пока что. Пробуй. Вот эти перчатки побольше одень. Да я вот уже напялил. Почти. Они вот большие прям хорошие. А я искал, не нашел. Угу. Пузика уже очистили, да? Очистили пузика, ну чуть-чуть хотя бы. Хотя бы вот потихонечку состригаем. Ну, ты покажи, это овечку стричь этими ножичками. Да, типа. Угу. Вот такой у нас малыш. Давай-ка на чуть-чуть покушай, давай. На. Давай, на, покушай. Давай, вот, вкусненько, вкусненько. Давай, помаленечку только. Маленькую давай. Вот. Вот сильно, скажи, я кушать хотел. Давай-ка я тебя туда вывалю вот так вот лучше. Вот, вот так вот. Так удобно брать, давай. Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Сильно, сильно кушать хочет. Давай-ка. Вот. Давай, кушай. Вот. Жевать-то толком не может. Так, давай-ка. Давай так вот. На-ка. Вот, давай. Крышечки бери. Он еще, видишь, может заглотить твои пальцы в рот. Сильно кушать хочет. Ну вот. Еще будешь кушать? Пускай это перевернет. У нас вот так вот. Тут. Такое вот у нас место. Котики пришли все тут проверять. Уже наполовину очистили, но еще... Сильно хочет кушать ребенок. Не так со вспышкой видно. Так, вот уже клеща. Ой, господи, у щенка 4 клеща. Только это недавно. Только здесь нашел. Может, еще где-нибудь. Да, да. Только в гудроне. Главное, в гудроне сидели. Да.
И пофиг им гудрон, да, и здесь клещи, вот они. Вот они, напился уже. Он живой, интересно? Конечно, живой, они все живые. Что, можешь снять их куда-нибудь? Их надо это, сейчас с этого, я... шприц дайте мне. И я сейчас как. Пошли вторые сутки, да, малек? Малек! Ой, напуганный, у нас уже лапки появились. Мордочка появилась, вот она какая. Вот он, малек наш, очищенный уже почти наполовину.